я один в мире. Так это ты подговаривал народ на площади разрушить храм? Я говорил, Егемон, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Зачем же ты, бродяга, два дали смущал народ разговорами об истине, о которой ты не имеешь представления, что такое истина? Итак, ты утверждаешь, что ты призвал разрушить или поджечь? Разве я похож на слабоумного? Нет, ты не похож на слабоумного. Так поклянись, что этого не было. Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? Ну, хотя бы жизнью своей. Ею клясться самое время, ибо она висит на волоске, я знаю. Уж не думаешь ли ты, Егемон, что ты подвесил ее? Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Отвечай, ты когда-нибудь говорил что-либо о великом кесаре? Я говорил, Егемон, что настанет время, когда не будет надобна ни власть кесаря, ни какая другая власть. Настанет царство истины. Настанет, Егемон.